Привет, девчата! Приветствую вас на своем канале. С вами Наталья Стародубцева. И в сегодняшнем видео будет тест-драйв. Тест-драйв новинок. Новинок нашего каталога, каталога номер 4, который начал действовать. Я вам обещала этот тест-драйв в обзоре. И вот в четвертом каталоге, как раз у нас на этой страничке, на самой главной каталога, вышли новые туши, новиночки. Написано «Новые туши, невероятный объем». Да, вот она презентация этого каталога, как раз-таки на этой страничке он идет. И смотрим, что же у нас за новые, какие туши у нас появились. Вот они, две туши, новиночки. Покажу вам объемное и удлиняющее. В синем у нас тюбике идет объемная тушь, мегаобъемная тушь с пластиковой кисточкой. Пластиковую кисточку, знаю, многие любят в тушах, потому что она действительно создает такой вау-эффект. Во многих тушах она вот прям действительно вау, лидер. И вторая у нас идет удлиняющая в желтом тюбике, изогнутая кисточка. Я вам сейчас их все покажу, как они в реале выглядят. Процентный состав, прекрасный процентный состав 97,7 натуральных компонентов. И давайте же посмотрим, что же нам компания заявляет по поводу этих тушей. Начнем с состава, так как я уже затронула состав, давайте прочитаем, что входит в состав этих тушей. Экстракт зародыши пшеницы, который восстанавливает структуру ресниц, возвращает блеск, укрепляет ресницы. Рисовый воск восстанавливает, придает ресницам объем и шелковистость. Камедь сенегальской акации обеспечивает адгезию, то есть прилипание. Прилипание, да, вот этого черного компонента на ресницы. Туши к ресницам, да, не каждый производитель нам пишет, за счет чего идет это, но компания Биоси не скрывает составы свои, поэтому написали. Итак, пробежимся по тушам. Тушь идеально разделяет, это объемная, тушь идеально разделяет ресницы и придает им выразительный объем, я читаю из каталога. Объем, питательный комплекс из органических растительных масел и восков бережно ухаживает за ресницами. Код у нее 3311, изящный черный. Переворачиваем страничку, читаем про удлиняющую тушь. Удлиняющая тушь на основе природных компонентов превосходно удлиняет и разделяет ресницы, создавая привлекательный изгиб за счет вот этой кисточки дугообразной. Благодаря эластичной текстуре и минеральным пигментам придают стойкий выразительный цвет. Так, девчата, смотрим, как они выглядят. Вот они, две туши. У меня синенькая, синенький футляр. Так-то не видно, да, зеленый? Вот, синий. Синий футляр, это вся желтенькая. Здесь она идет вот такая, ну, такой лимонно-желтый цвет. И сама она синенькая, отличительная черта у нее. Это у нас объемная тушь. Смотрим, что написано. 100% объем, да? Объемная тушь для ресниц. На каждой упаковочке написан состав натуральности. Достаем ее. Вот так она выглядит. А вот она, наша тушь. Открываем ее. И смотрим кисточку. Какая же у нас кисточка? Вау, посмотрите, какая огромная кисточка. Такая восьмерочка, да? Восьмерочка сделана, восьми такая. Она действительно вот здесь шире. А к серединке она заужается. И такая, знаете, как бесконечность. Раз. Вот. Огромная кисточка, сразу скажу, девчата, честно, огромная. В видео, когда я буду тестирование проводить, вы увидите, насколько она огромная. Большая кисточка. Очень много вот этих вот волосинок у нее. Прям часто-часто идут. И в разном направлении они идут. В разном туда-сюда, короче, длиннее. То есть ворсиночки у нее разные. Разные. Длина ворсиночек разная. Видите, даже и так видно, что ежичек отличается. Он разный. Итак, это у нас
Объемная была, еще раз повторю, код у нее 3311. Это объемная, 100% объем. На ней даже написано 100% объем. Пластиковая кисточка. А следующая у нас тушь идет удлиняющая. Желтая такая, желтая тушь. Вот она так вот выглядит в тюбике. Открываем ее. Смотрим кисточку. Кисточка у нее идет дугообразная. Повторяет форму нашего века и как растут реснички, да, у нас, то есть удобно брать и красить. Раз, подогнул, подставил под ресницы и начинаем красить. То есть она повторяет форму наших ресничек и удлиняет. Вот такие вот щетиночки у нее. Это не пластиковая, это щетинки такая обычная она. Ее еще вроде как фибровые называют, если я не путаю. Не буду вдаваться в такие подробности. Вот они щетиночки. Они здесь все ровненькие. Видно расстояние между вот этими щетиночками. То есть вот она удлиняет. И если, давайте я вам покажу, дальше в видео вы тоже увидите, если сравнить кисточки, они, конечно же, отличаются. Отличаются, сильно отличаются. Вот они кисточки. Кисточки у новых туши. Ну, а теперь перейдем с вами как раз-таки к самому тестированию. Я вам покажу, как каждая тушь из новинок выглядит на моих ресничках. Пожалуйста, досмотрите до конца это видео, потому что в самом конце я вам говорю такую фишечку, чтобы вы не расстраивались от туши, если вдруг что-то хотят. Давайте я здесь повторю. У нас у всех с вами индивидуальный разрез глаз, форма глаз, ресницы посажены у каждой из нас по-своему. То есть мы все индивидуальны от природы. И если на моих ресницах вам какая-то тушь не понравилась и не подошла, девчата, не расстраивайтесь и покупайте, смотрите на своих ресницах, потому что на ваших ресницах это может быть совсем по-другому смотреться эти туши. Поэтому смотрим тест-драйв. Этот тест-драйв на моих ресницах, на моих глазах, а на ваших будет по-другому. Просто показываю эти туши, какие они есть в реальности. В реальности. В каталоге одна у нас фотография, когда мы покупаем, на наших все индивидуально и в реальности. Итак, смотрим наши туши новые, тестируем тест-драйв. Оставляйте комментарии под этим видео, какая вам понравилась, какую хотите больше купить, а в какую думаете, брать или не брать, 50 на 50. Поэтому смотрите тест-драйв и пишите комментарии. Итак, на правый глаз я нанесла удлиняющую тушь Биоси, новиночку. Нанесла на два раза на ресницы. То есть два слоя. И какого-то вот супер удлинения я как бы не увидела. Смотрите сами, девчата. Кисточка, она, да, она такая удобная. Повторяет форму века нашего, да, ресницы, роста ресниц. Но вот такая. Я как бы совсем не страдаю короткими ресницами. Но вот мега длины я не увидела. Итак, это вот новиночка, которая в желтом идет. Футлярчики, удлиняющая новиночка, удлиняющая тушь. А теперь будем тестировать вторую тушь. И на левый глаз я нанесла мегаобъемную тушь. Вот такую. У нее кисточка
Огромная, просто огромная кисточка, действительно такая мощная кисточка, восьмерочкой сделана она. Ну вот можете сравнить, левый глаз это удлиняющая тушь, а на правом глазе удлиняющая тушь, а на левом объемная. Да, объем есть, посмотрите, реснички довольно-таки объемненько смотрятся, и ну вот, вот такая. Тушь объемная, а это удлиняющая у меня на правом глазу, вот которым подмигиваю сейчас вам, это удлиняющая, а это объемная тушь. Вот объемная тушь. Итак, девчата, мы с вами провели тест-драйв новинок новой туши. Вот они, новиночки. Еще раз их покажу. Итак, это у нас удлиняющая, вот так возьмем, здесь удлиняющая, здесь объемная. Смотрите, кисточки абсолютно разные, выбирайте, какую вам больше понравилось. А скажу сразу, все индивидуально, девчата, у нас у всех разные, форма глаз разная, разные реснички, и длина, и межресничное пространство. Поэтому вот смотреть у кого-то так, а у кого-то так, и говорить, что мне это понравилось или нет, это все, девчата, индивидуально. Каждый выбирает сам. Лучше всего, конечно, купить обе туши и на своих ресничках их протестировать. И выбрать ту любимую, которой будете пользоваться. Знаете, в конце концов, если какая-то кисточка у туши не нравится, а сама тушь нравится, ну мы же можем взять и поменять кисточки и пользоваться той, какой есть. Ну, конечно, вот в этих, конечно, не заменишь, потому что, посмотрите, у них даже объем разный, а здесь получается вход больше, чем здесь, зависит от самой кисти. Я говорю, вот это вот просто мега объемная кисть. Посмотрите, даже вот так вот, если сравнить их обе, какая это ширины, да, заужена, и это какая, то есть вот так вот, такой кисточки получается две, вот в этой очень объемная такая кисть у нее. Видите, такой балансир получается. Ну, действительно, просто мега объемная кисть. Я первый раз с такой сталкиваюсь. Буду привыкать. Понравились мне туши. Вот я их купила. Поэтому, девчата, если на моих ресницах вам какая-то тушь не понравилась или не подошла, как смотрится, все говорю индивидуально. Поэтому покупайте себе смело, тестируйте на своих ресничках. Делитесь отзывами под этим видео, какая тушь вам подошла больше, какая больше понравилась. Будем сравнивать и будем делиться своими впечатлениями о новинках. А вот такой обзор, тест-драйв получился у меня по тушам, по новиночке нашего каталога, каталога номер 4 Биоси. Кому понравился, делитесь моим видео, подписывайтесь на мой канал. До новых полезных видео, до новых обзоров. Пока-пока!